Доброе утро! Где ты тут? Доброе утро! Мячик какой у нас! Сегодня понедельник. Число не скажу. Так, утро такое прохладное. Ой, Паш, ты чего там? Пчелка? У нас небольшое похолодание и по Минску какие-то дожди, поэтому и к нам, вон, видите, приходят тучки. Сегодня ночью тоже был дождик, и поэтому все так прохладненько, и поэтому вчера у меня была халява, и мне можно было не поливать огород. Ой, кто тут? Кто тут маму за калошу тянет? А куда пойдем? Ой, ты куда? Куда тащишь маму? Не знаю, будут ли вам интересны такие видео. Такие супер-пупер домашние деревенские видосы. Курочки! Ах, вы хитрюли, сразу знают. Давай, пойдем. Заходи. Курочки и петушок. Петушок защищает своих кур, видите? Он прям, Паш, аккуратно, потому что он прям такой, я вижу. Что здесь у курочек есть? Вот водичку они пьют, да, вода? Тихо-тихо-тихо. Ой, ты смотри. Он прям на Павла это. Он почувствовал, что почти одинакового размера. Иди отсюда, иди, петушок, иди. Не надо, не надо Пашку обижать. Видишь? Да, вы снова полюбовались на мои супер красивенные босоножки. Тренд этого лета. Для меня это будут вот эти зелененькие, точнее голубенькие сланчики. Вот. Естественно, Пашке я не взяла много теплой одежды. И у нас наш аутфит в такие ветреные дни будет почти одинаков. Пару костюмчиков взяла. Набрала шорты, маек, которые я надеюсь, что мы тоже будем одевать все-таки. Ой! Ты чего? Повалился. Паш, ты упал в ямочку, да? Паш у нас уже позавтракал, мы еще нет. Мы еще не завтракали. Идем. Ты куда? Красные тюльпаны и нарцисс уже отцвели, естественно. Вот там вот у нас много-много пион. И скоро они уже будут зацветать. Я обожаю пионы. Обязательно с собой возьму в Турцию, наберу корешков пион. Быков вот здесь рядышком, быки есть. Потом лилии. Вот у мамы очень много лилии. Там на том, с той стороны. Да, Паш, я иду. Тоже целый рядок, много-много лилий. Их тоже возьму. Возьму, девочки, смородину, кустики возьму, малину. У меня же небольшой огород есть, вот я постараюсь там что-нибудь посадить. Вот ветрено очень. Так что, в общем, все, что у мамы есть, хрена возьму, конечно же. Наберу я хрена, хрена, короче, я возьму. Паш, давай не туда, не хочу туда идти сейчас. Давай сюда пройдемся чуть-чуть. А то он в садик детский хочет идти, а там не разрешено посторонним, естественно. Сегодня детки будут. Да. Нет, Пашка, мы пойдем туда немножко прогуляемся, и мама еще не завтракала. Надо сходить, пошли к речке посмотрим. А, пошли побросаем камешки в воду. Я тебе покажу, ты еще не умеешь этого делать. Пошли, пошли, Паш. Ну давай тогда здесь в футбол поиграем. Еще слишком рано куда-то идти. Паш, давай бросай мячик маме. У меня детки, которые играли с Пашкой, спросили, наверное, у Павла папа футболист, что он так хорошо играет. Да, почти. Папа играл долго в футбол и сейчас играет, на тренировках ходит. И Пашку нашего учит. Ю-ху! Еще чуть-чуть нам подрасти, и мы тоже пойдем на футбол. Так, ты маму уже загнал чуть ли не в угол.
Вот такие у нас утренние тренировки. Как я уже говорила, где такое может быть счастье ребенку с утра самого. Явно ни в каком городе этого не найдешь. Ова! Скоро будет клубника, начнется. В этом году она так зацвела, так много, и прям вся сразу. И после клубники обычно начинается черешня, потом смородина, малина, крыжовник. В общем, у нас будет этот год, это лето очень такое активное. Вы спрашиваете, куда мы деваем это все. Клубнику мы некоторую часть, естественно, продаем, потому что ее много, хотя в этом году уже поменьше. А ягоды замораживаем. У нас три холодильника дома, и он весь забит после лета. Потому что мы делаем замороженные ягоды и кушаем их сами. У меня два брата старших с семьями. И мама, конечно, старается, как обычная нормальная мама, накормить всех. Давай! Это не бабушка, Павел, это дедушка. Немножко похож на бабушку. Павел. Как видите, все краски и покраски, которые я делала в Турции, у меня уже смылись. Поэтому, когда поеду в Минск, обязательно уже у подружки спросила, у Эллочки и у Кариночки, и у всех. В общем, пойду к какому-нибудь хорошему мастеру, потому что своего я не могу найти номер телефона. И где она сейчас находится, в каком месте, по какому адресу, я тоже не знаю. Поэтому пойду по советам моих девочек, сделаю волосы. Я нашим специалистам доверяю на все 100%. Турецкие тоже неплохие, но все-таки наши, они и в Африке наши. Обязательно привезу, вот что я привезу из Беларуси, это всякие вот эти тоники, бальзамы, которые для цвета, потому что цвет вымывается в любом случае со временем, а тонируешь, и все очень даже прекрасно держится, я буду отращивать свои волосы. Ну нафиг эти покраски. Серьезно. Давай, давай, давай. Вау, ничего себе. А по поводу еще огорода. У нас мама любитель различных консерваций. У нас полная кладовка, подвал различных салатов. Просто огурчиков, помидорчиков, каких-то ассорти. Ой, Павла, прости, пожалуйста, я кому-то в лоб зашпиндолила мечом. Ой, шапка улетела. У кого шапка улетела? Давай, бери шапку. Ой, какая-то живая шапка, летает сама. Давай оденем, Паш. Оденем, потому что холодно. Ветерок, пожалуйста. Ветерок. Давай, давай. Вот так. Видите? Вот так лучше. Блин, вот так ветер, вот так ветрище. Ладно, пока без шапки. Вот. Так что да, весь этот огород, он не пропадает. Ну, плюс большое хозяйство у нас всегда было. Поэтому это все. Так, ребят, прическа, конечно. Лови. Давай, давай. Ну-ка. У-ху. Е-е-е, класс, только куда? А еще в Минске, конечно же, хочу сходить с Пашкой в цирк, может быть, какие-то детские мероприятия, в зоопарк. Хочу набрать детской литературы, взрослой литературы, накупить желатина агар-агар, потому что в Турции он очень дорогой. И здесь надо поискать каких-то всяких кондитерских штучек-дрючек. В общем, столько всего нужно. С одной планеты буду везти все это на другую планету. Да, так что есть в каждой стране свои минусы. У кого-то что-то спросом не пользуется, и они этого не производят. Поэтому буду везти из Беларуси. Ну все, Паш нашел песок. Ой! Ой, капец. Ну что сделаешь? Ребенку счастье.
песочек. Поэтому мы этих песка навозили во дворе, во все возможные и невозможные места, чтобы он и там у него был желтенький песочек. В Турции тоже сделаем ему песочницу. Ой, какие тучки. Когда приедем. Кто-то там мне писал, что я не возвращаюсь в Турцию. Нет, ребят, там у нас любимый папочка. Мы обязательно... И любимый муж. О! Мы обязательно вернемся к нашему папуле. Это мы гостюем. Здесь. На 3 месяца мы сюда приехали. Кто спрашивал, кстати. Целых 3 месяца. Папа говорит, может, еще на август останетесь. Будет видно. У меня на август запланировано путешествие по Карадениз. Хочу покататься с Павликом по окрестностям Черного моря, потому что там невероятная красота, невероятно. Зелень везде и, в общем, потрясающее место. Одно из самых красивых в Турции, на мой взгляд, для меня. Так что, ну, это планы, потом посмотрим, будет ли это реально или нет. Тем более с Павликом не все так просто. Ладно, ребят, пока заканчиваем нашу трансляцию. Паш, что случилось? Сейчас пойдем уже завтракать. И, в общем, чем-то заниматься, как всегда, в деревне, без работы. Нет дней таких вообще, поэтому всегда что-то делаешь, всегда есть какая-то работа. Труд облагораживает, приехала облагораживаться. Вот, все, пойдем. Ну и вам хорошего понедельника желаю, чтобы у вас все было классно, просто, легко, с настроением, с улыбкой. Люблю вас, целую вас, крепко обнимаю, посылаю вам хорошую энергию, позитивную. Все, все хорошо, пока-пока, будьте счастливы. Еще кто-то не сделал пока-пока, давай. И вот хочу показать вам наш завтрак, ребята. Только в Беларуси такой завтрак может быть. Пюре с салком, с зеленью. Это всякая зелень, всякая разная, типа салат. Селедочка, капусточка квашеная, огурчик. Еще вот селедочка в этой, килька в томатном соусе. И это наш завтрак. Приятного аппетита и еще раз пока-пока.